Добрый день, дорогие друзья, с вами Некрос, и это X-Ray Challenge. А смысл данного испытания довольно прост. Мы должны добить противника X-Ray, то есть последним ударом вводит именно X-Ray. Опять же, можно его соединять с комбо. И против нас играет Кун Джин, мы играем за Скорпиона. Давайте четверочку сразу. Оп, ага, нейтралка. Хорошо. Поднимаем, ага. Наугад решили сделать, да? Не получилось. Оверхед пропущен. Делаем комбо. Сбили немножечко. Дропнулось, ничего страшного. Ох ты. Наказание. Тихо. Ага, вот нейтральный прыжок. Отлично. Ой-ой-ой, сам прилетел. Он сам прилетел, если что. Слушайте, а у меня метр-то я весь потратил. Мне нужно как-то метр набить, правильно? Иначе челлендж не будет выполнен. Ух ты, нейтралочка. Долго-долго он лежит, и это очень, видите... Мне нельзя сейчас метр тратить. И брейкер тоже. Пропущен. Он долго лежит, я понял. Я понял его тактику, он долго лежит. Ага, ну я так и понял, что он так сделает. Прыжочек. Опа, попал, смотри-ка. Попался, попался. Получилось, друзья. Мне все-таки удалось добить его X-Ray'ем. И теперь мы можем приступить к выбору другого персонажа, чтобы тот тоже смог выполнить данный челлендж. Следующий бой Саб-Зира. Саб-Зира Криомансер против Бурайчо. Опять же, так, тихо, воу-воу-воу, хорош, оверхед пропустил, отлично, поймал, поймал на захват, хорошо. Опа, оверхед, смотрите. Неплохо, неплохо. А вот это, кстати, зря. О, там несколько их. Ух ты, вот это апперкот, смотрите, какой он... Какую область покрывает. Так, нужно немножечко... Ага. Пам-пам-пам. Но он любит броню очень часто делать. И нейтральные прыжки, как я заметил, да? Главное, что метр у меня есть.
теперь главное поймать его как-то. Вот. Поймал, отлично. Челлендж выполнен. Прекрасно. Следующий бой у нас... Опа. Против Кэсси Кейдж. Не попал? Ой-ой-ой, опасно. Опасно, смотрите, как красиво. Еще один оверхед пропущен. Так, броня хорошо. Пропускаем мы немножечко. Ну-ка. Воу-воу-воу. Да ладно. Вот это точно неожиданно было. Давай броню. Отлично. Это и нужно было сделать. Все правильно. Сейчас будет воздух. Угадал. Ага, неожиданный захват. Поймала дым. Еще раз? В смысле? Так, оверхеды ловим. Еще оверхед. Ага, не любим оверхеды, я понял. Ой-ой-ой, что это было? Попал, все равно, это считается. Еще и бруталити. Это считается. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Всем пока!